это не может уже не отстоять. Окей, я чуть-чуть разговора поменьшу. Рука к себе. Видите, у нее чуть-чуть таз выходит вперед. То есть моя задача – пум. Вот она. Воу, воу, воу. И здесь натяжка. Не будет натяжки, не будет интересно. Тут вращаете или туда, или туда. Можно рукой, как удобно. Импульс и остановка. Хотя она сядет с бедрой, все будет отлично. Теперь здесь по кругу. Не делайте чуть-чуть. Чуть-чуть и вектор. В сторону и здесь скрутка. Видите, остановилась. А что я дальше делаю? Дальше я делаю подсаживание вниз, вверх. Теперь моя задача. Движение. Грудная на себя. Живот на себя и таз на себя. Вперед. Живот и таз собрались. Движение. Раз. Шаг. Притронулся, не притронулся, все, не сработает. Шаг. На носок. Сзади нога, на носок или на пятку, если вы можете контролировать свой вес. И дальше шаг. Вперед. Шаг назад. Подняли. Развернули. Или второй вариант. Да, или второй вариант. Тут уже как хотите. Подняли ножку, подняли ножку. И убери ножку там. Сделали что-то другое. Это все, правда? Да. Сейчас мы по музыку это сделаем, посмотрим, что он. Yeah.